Чья песня круче? Возле дома? Или... Выбирай, папа всегда выбирает. Возле дома? Возле дома? Или... Только одну песню. Гудини, Эминем. Если за возле дома, ставь лайк. Если Гудини Эминема, ставьте лайк. Вообще-то это я сказала, что две ставь лайк буду ставить. Ты выбирай, например, подписаться, пишите коммент, жмите на колокольчик, только одну. Там делайте оно много, что хотите. Да, что вы хотите. Вот, вот пишите комментарии, чья песня круче. Угу. Вы больше всегда меня выбирает, потому что возле дома это крутой. Ну вот, посмотрим, пишите комментарии. Я жду и буду прочитать.